Добрый день, дорогие друзья! Домашнее задание по плаванию. Это выполняем мы дома, в комнате. Поставьте любой предмет на пол. Отойдите на 5-7 шагов от него. И вот теперь каждое упражнение мы будем выполнять закрытыми глазами. Первое упражнение. Закрываем глаза. Дельфина. Делаем движение руками. Подходим к предмету и правой рукой касаемся его. Это первое упражнение. Второе упражнение. Становимся спиной к предмету. Закрываем глаза. Двигаемся, как будто мы плывем на спине. Подходим к этому предмету. Теперь разворачиваемся и уже левой рукой стараемся попасть по нему. Это второе упражнение. Третье упражнение. Глаза закрыли. Мы, наклонившись, двигаемся брасом. Подходим к нему. И одновременно двумя руками стараемся дотронуться до предмета. Четвертое упражнение, и это будет у нас сейчас движение кролем. Мы становимся лицом к предмету, наклоняемся, глаза закрываем, идем, двигаясь кролем, движение руками, а затем, развернувшись, касаемся правой или левой ногой до предмета. Вот такие упражнения выполняем каждый день. Желаю вам Божьей милости и благодати. До свидания.